Приветствую, друзья, вы на YouTube-канале Вантама. Сегодня посмотрим бой против Легала на карте «Стратегическая высота». Вот такой вот аккаунт, текущий 72. Здесь играет Легал. Ну, не всегда, но в основном. Обычно, когда стримит, но так получилось, что стримил я. И вот хочу вам показать. Пошел я со случайным в режим 2 на 2. Дали мне в напарниках Легала, и бой закончился очень быстро, и он принял решение, что типа надо Вандама поймать и наказать. Ну, так получилось, что наказал я его, а не он меня. И давайте посмотрим. Кстати, аккаунт фуловый, 26 ранга. Ну, герои там такие себе. По-моему, не ахти. Солярий, Цербер, по-моему, 6 класс. А все остальное слабое. Ну, типа, четвертый, там уже пятый класс. Ну, типа, по героям он не перекачет. Вот, собираем ресурсы. Ящики собрали. Плюс-минус одинаково. Возможно, преимущество за конфедератом, потому что здесь он забрал. Ну, хорошо, что я хоть тут забрал. Все знают, что Легал супер-пупер перекач, скилл. Ну, не знаю. В последнее время он играет очень слабо, потому что его Гена воспитывает. Говорили, что не раз уже побеждать. Я за игрой особо не слежу, потому что занимаюсь своими делами. Работа, дом. Типа, свободное время трачу на другое. Так что, что творится в игре, я без понятия. Ну, ребята там скидывали какие-то скрины, что Легала там бьют чуть ли не 23 ранги. Появился спорный ящик. Сейчас я постараюсь его забрать. Использую для этого дикобраза, стрекозу, осу, койоты, пехи. Кстати, сейчас занялся прокачкой броненосца, потому что я принял такое решение, что броненосец мне нужен. Как минимум для того, чтобы захватать флаги и для раша крота. Для раша крота очень хорошо себя будут проявлять броненосцы. Потому что я обычно делаю койотов, они тоже неплохие, но такое себе, не ахти. И вот тут вот с помощью каких-то ос выносим кабину молотом, пехоте. Типа, пехота очень быстро посыпалась, потому что два дикобраза, два койота, стрелки. Типа, армия для того, армия есть для того, чтобы быстро гасить пехоту. Даже не почувствовал ее. Два молота было, ну, короче, детский отряд был со стороны противника. Потому что таким отрядом ты ничего не сможешь сделать. На уверенном заезжаю на базе, выношу кабину. Минус 2 тайфона, что тут видно. Авиасвобод 2 уровня, 3 минута, да. Зевсы производятся. Ну, типа, кто смотрит мои бои, тот понимает, что я обычно так и Гену рашил, да. И он ничего не мог сделать. То же самое делаю и с Легалом. Немножечко ее тут придавил. Увидел, что он делает. Ну, то есть не то, что делает, а уже выехал первый зевс и решил отступить, сохранить своих дикобразов. Тут вот потихонечку начинаю все-таки прессовать. Тем же самым вот уже на 5-й минуте есть крот, есть ягуары. И сейчас будем его додавливать. Первый ягуар пошел. Типа, пока не спешу там с двух сторон давить. Пока хочу его, так сказать, провоцировать только с одной стороны, чтобы он уже боялся. Вот видно, да, противника мочат, уничтожают, а он в себя в 4-й штаб выходит. Очень глупо со стороны Легала, ну, по-другому он и не умеет. Появился крот. Да. Сейчас будем... Кстати, хорошо, что здесь погнали за дикобразами, я этим самым сейчас быстренько буду стараться уничтожать того штурмовой техники. Вот автопушка пошла в помощь. Ну, в принципе, понимаю, что бояться нечего. Можно просто в нахуй отправлять крота, бурить зевсов. Потому что, если есть такая возможность, почему бы не пользоваться. Тут вот Легал, типа, скилл поставил ракетку. Ракетка куда-то там пуляет, непонятно куда. Я вот принимаю решение кротом уничтожить аэродром. Что-то там пытается отстроить. И вот сейчас буду выносить штаб. Вот автопушка отрабатывает по штабу, типа,
Уничтожаем штаб, и противник сдается. Вот такой вот раш-крота, ребят, который вы любите. Как видите, неплохо работает. Всем спасибо за просмотр. Бой был против Легала. Кому понравилось, как я его воспитал, ставь лайк, комментируй. Всем удачки, всем пятюник, всем пока.